Артони представляет. Херачим, пацаны, давайте, я вижу вас. Короче, нашли. Вон дырка. Свет, подождите, я ногами туда залезу. Свет, наконец. Лезешь?
Или хочешь, я пролезу отсюда? А? Или... Ебать, Мик, ты живой? Узвели, блядь. Да нет, Мик, блядь. Сука, мы столько старались, чтобы вы вот этот... Ааа, гандон. Я не разу. А я пролез, блядь, все старались. Я один раз. Сальтуху, да? Сальтушку давай. Ох, ебанул. Да, бля, ну столько... Ладно, хотя пролезли по разу. А как так получилось? Не, а что, как так получилось, я спрашиваю? А нахуй ты расцепил? Да не, я сейчас не хочу, мне что. Ну-ка. Ух, ёха. Уго. Погнали по этому идти. Пойдет кто? По этому, по туннелю. Ну не по туннелю, а по этой хуйне, короче. Там было лучше всего. Можно было охуенный туннель сделать, а вы, блядь. Пидорас. Испортил все. Блядь, ну ладно. Зато его завалило, его жизнь наказала. Оба. Все, пацаны, пошли опять. Второй заход, да? Ну не сильно, я думаю. А ты иди нормально, спокойно. А то идешь как трус. Во, нормально. Земля. Он не пидор, он сидор. Иди, иди, иди. Иди вперед, спокойно иди. О, туннель. Денчик возместился. Бля. Уго. Бля. Пиздец. Да, тут ничего. Нет, как. Он до тебя вылез. Что здесь нету? Тут чисто вот так вот было. Тебя вытащить? Какая нога зацепила? Блять, не успел. Угу. Что это там? Серый, можешь вот здесь становиться? Ёпта. Почти, почти, я вот здесь стану, Серый. Неожиданно. Ого, пацаны. А там кто-то сал, Дэн? Прям в саке. Да. А кто это сал? Не ты, слушай, блядь. Ёбнул.
ебнулся, а дважды значит ебнулся. Ты ему чего удбал, кажись? Ты... Ну здесь что-то было желтое, вон. Может быть, кстати. Ну нет. Ух, ёб, бля. Ладно, я тебе так уж и быть помогу. Сейчас Серого поеду куда-то. Все. Блядь, Серый, голову убери, нахуй, падай. Давай. Ебать, это охуенно. Он здесь становится, да. Давай, становись. Это охуенно. Блядь, как вынести? Она в ахуе. А как бы жить и вылезти здесь? Мих, стань вот здесь! Что, прикольно? Бля, кто-то... Блядь, я не успел. Подождите раз. Идем с пацанами домой. Мы домой, а они за Антоном идут. Бля, вообще по кайфу. Перепрыгни. Перепрыгни. А что, тут с места? Машина. Ух, ё. Так, главное вылезти. Вот так назад. Ух, ё, чё он такой грязный. Так, вылез, оба. Уеба. Так, осталось. О, вот там дырка. Узко. И воняет там. Один перепрыгнул. Давайте специально не допрыгивал. Ну что, на этом наш ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Включите колокольчик, а на канал подпишитесь, чтобы, во-первых, поучаствовать в розыгрыше. Во-вторых, зачем подписаться еще надо? Чтобы вы увидели то, что есть еще ролики. Вот, если вы не подпишетесь, вам не придет уведомление о том, что у меня вышел новый ролик. Так что подпишитесь. Увидимся в следующем ролике. Все, всем пока. Кто-то орал. А я отправился на пути в поиски. Мне можно завтра прийти отдельный видос заснять, типа сальто учимся. Сейчас, подожди, я выключу камеру, наверное, и включу. А, ну научишься, дрочить можно и правый, и левый. Может двумя сразу дрочить. Я не пробую, правда. Смотрите, пацаны, вот так берете. Каждый день такое упражнение делать, спина болеть не будет. И лицо тоже. Охуенный след, посмотри. От камеры.